Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу сделать обзор на раскраску антистресс для школьников. Написано, что это девочкам. Но в целом эта раскраска, она такая именно добрая, позитивная, уютная. Мне очень понравились здесь сюжеты. Иногда немножко настораживают вот такие, типа мандалы, да? Вот. Ну, то есть, если здесь это выглядит довольно органично, то есть феи вроде летают по кругу, то... Есть иллюстрации, в которых это выглядит, ну, не совсем уместно. Но это не такое большое количество картинок, поэтому я считаю, что раскраска стоит своих денег явно. Здесь бумага, ладно, чуть плотнее офисной, все-таки не такая плохая. Карандашами раскрашиваю здесь одно удовольствие. Я раскрасила картинку акварельными карандашами и осталась абсолютно довольной. Получила какое-то такое наслаждение и в целом удовлетворение и от результата, и от процесса. То есть вот такая иллюстрация у меня очень даже, мне кажется, симпатичная. Даже не протекли карандаши, это, по-моему, дервенты всякие разные были использованы. Вот, сами иллюстрации такие добрые, детские, милые. Уютные. Вот я думаю, что многим взрослым тоже понравится такая раскраска. Вот, то есть здесь, например, мне не очень нравится вот это вот как бы две девочки. Но, возможно, если это было придумано для детей, кстати, они не одинаковые. Если вы заметите, они в разной одежде, у них разные зонтики, сумочки разные. Я думаю, что если это было для детей, то, возможно, когда, например, один человек раскрашивает здесь, ему будет удобно, например, раскрасить вот эту девочку, то второй человек раскрашивает вверх ногами, ему будет удобно раскрасить другую девочку. То есть, таким образом, два ребенка могут одну картинку вместе раскрашивать. Вот, возможно, это было с такой целью. Возможно, это просто как компоновка такая иллюстрации. Поэтому тут уже автор... как передал задумку. Вот очень красивая картинка, кстати, можно ее летом раскрасить, было бы здорово. Раскраска от издательства Профпресс, она на склейке формата такого нестандартного. Мне даже не с чем сравнить. Давайте сравним с обычным листком А4, потому что, я думаю, все знают, как он выглядит. То есть в длину, ну, практически одинаковую, и в ширину, как видите, раскраска немножечко побольше. В целом удобный формат, хорошая раскраска, могу ее порекомендовать как и для детей, так и для взрослых, кто любит раскраски. Вот такие. Вот, ну, мне нравится, я однозначно буду раскрашивать. Вот. Пишите свое мнение в комментариях, будет очень интересно почитать. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.